Всем привет, ребята, вы на канале Софи Ларсон, и сегодня у нас будет продуктивный влог. На самом деле, я сегодня не планировала снимать видео, но так сегодня довольно-таки много дел, я бы сказала, очень много дел, и поэтому я решила снять параллельно видео, потому что в итоге я не знаю, как мне все совмещать, и видео, и монтаж, и школа, и поэтому мне нужно побольше материала, так что поэтому я снимаю. В этом влоге будет довольно-таки много происходить, потому что реально планов очень много, и здесь будет и стадия ведьми, и продуктивный, и тренировки, и все-все-все, что нам нужно. А сегодня воскресенье, и я еще надеюсь, что мы сможем к вечеру отдохнуть, потому что нужно еще много чего учить на школу на завтра, и поэтому примерно так. Я проснулась где-то в 7:40, и на самом деле очень хочу просыпаться ровно в 7, но как-то не выходит сейчас. И сейчас 9:40, и все, что я успела за 2 часа, получается, это погулять с собакой, привести себя в порядок и накраситься, и также это составить все планы. Итак, первым делом я хочу сделать тренировку, потому что у меня это происходит постоянно, я первым делом всегда перед завтраком делаю тренировку. У меня их сегодня 2, так что довольно-таки трудно, но тем не менее нужно сделать. Наверное, это займет минут 20. Так что погнали, после тренировки я вам расскажу, что нужно будет делать дальше. Ребят, я закончила, и вот результат тренировки. Делала ровно 20 минут, и это довольно-таки быстро на самом деле. Из всего потратила 65 калорий, но, знаете, для меня это нормально. Так что мы завершаем. Так, ребята, тренировки мы сделали, так что сейчас нужно позавтракать, и я вам покажу просто идеальный вариант завтрака. Я прочитала, если делаешь тренировки на натощак, то нужно обязательно в течение 20 минут позавтракать, иначе эта тренировка, можно так сказать, будет бессмысленная, так что нужно сейчас быстренько позавтракать. Вообще, знаете, вот у меня уже вошло в привычку, что если я за день съем что-то неполезное, а так бывает очень часто, то позавтракать я должна обязательно именно чем-то полезным. Длится довольно-таки долго, и меня все устраивает, так что погнали, сейчас покажу завтрак. Такая вот красота, вот согласитесь, что выглядит уж очень по-инстаграмному. На самом деле рецепт очень простой, это творог с дыней и с медом, и также добавила немного мяты для красоты. Очень красиво, также немного посыпала кунжутом, чтобы, можно сказать, опять же было красиво, но мне кажется, выглядит просто безумно. Но кунжут, кстати, вот в таких блюдах, которые более сладкие, можно сказать, с медом и так далее, вообще не ощущается, так что выглядит очень классно. Также включила Pinterest, сейчас буду вдохновляться и завтракать. Сейчас я оделась, чтобы сделать фотки для Инстаграма и, в принципе, вообще для обложки, то есть в целом. Так что это у меня займет немного времени, надеюсь, что немного, так что фоткаюсь. Для фоток я выбрала уж очень простой, мне кажется, он вообще вот хорошо подходит ко всему и, в принципе, вообще очень неплохо смотрится. Ребята, я только что закончила делать фотографии, и что могу сказать, что это просто вау. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там будут выходить эти прекраснейшие снимки, которые реально мне прям запали в душу. Так что сейчас я буду переодеваться и делать уроки. Итак, ребята, сейчас уже 2:30, и что могу сказать, что в принципе более-менее успеваем. Я хочу сделать уроки, которые не сделала еще вчера. Это информатика, алгебра и также немецкий. Вчера я сделала, в принципе, такую нормальную половину, так что сегодня уже будет намного легче. Ну и, конечно, на протяжении всей недели будет уже намного легче, потому что, можно сказать, все уроки я уже почти сделала. Так что давайте начнем с алгебры, но здесь уже есть один плюс. А буквально только что я прорешала все задания, которые нужно будет сделать на вторник как раз-таки, и они у меня уже полностью готовы. Остается их только переписать. Вот почему как раз-таки сейчас 2 часа дня, и я вот начинаю снимать, продолжать это все и так далее. 2 часа решала алгебру, и поэтому все так долго. Вот сейчас у нас идет повторение, я забыла тему, я потом ее долго вспоминала, разбирала и так далее, то есть все довольно-таки запутано, но зато сейчас она у меня уже есть, и мы ее просто сейчас перепишем.
моя криворукость вошла в чат. Готово, хоть небольшой, но зато, я надеюсь, я хотя бы это смогу выучить. Сейчас нам остается сделать один урок, это информатика, и на самом деле там довольно-таки трудно что-то делать. Точнее, не то, что трудно, там эссе, тема довольно-таки интересная, но, в принципе, я вообще просто не знаю, что-то писать, так что нужно что-то сейчас придумать. Уроками наконец-то я только что закончила, так что сейчас я хочу быстренько собрать портфель на завтра и уже потом делать остальные дела. Ну и последнее, что мне нужно сейчас сделать, это чтение. Я сегодня планировала прочитать 100 страниц, и мне кажется, я успею это сделать, если не буду ни на что отвлекаться, так что сейчас как раз-таки я этим и займусь. Но также еще в перерывах от чтения я хочу посмотреть «Дневники вампира». Читаю книгу «Маленькие мужчины», я это говорила уже в прошлом видео, и прочитала только 10 страниц, поэтому сейчас нам нужно еще прочитать хотя бы 90. Погнали! Сейчас я уже немного почитала, думаю, в принципе, продолжать снимать дальше видео смысла нет, именно потому что я больше ничего делать не буду, то есть опять же буду смотреть сериал и читать, и это все, ну и также готовиться к завтрашнему дню, и это абсолютно все. Ну и на этом было все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вы были на канале Софи Ларсен, до новых встреч, пока-пока!